где деньги взять, давно известно. Мы поймали его! Это он украл хлеб в варьке! Стреляй по вору! Стреляй по ворюге! На, сука! Будешь знать, как воровать! Танком его хуярим, танком! Я не отдам хлеб! Я каменщик, работаю 3 дня! Без зарплаты! Я не отдам, я голоден! Эй! Заберите свой металлолом! Я хочу хлеб, давай хлеба! Хлеба! Хлеб! Каменщик Сан, 32 года, вес 2 мешка свежего хлеба, рост 1 хлебный ларек в высоту, место рождения Сирийская область, обвиняется в краже хлеба в местном ларьке, любимое блюдо свежий хлеб, любимое хобби отнимать хлеб у богатых и отдавать себе, любимая поговорка хлеб всему голова. Испеки мне хлеб, пекарь! Подожди, каменщик, я не пекарь, я обычный шиномонтажник. Ты кого нахуй послал? Я тебя разучу наебывать. Вставай, пекарь! Ты у меня станешь пекарем, я тебе обещаю. Лучшим пекарем, блядь, лучшим ты будешь пекарем. А ты кто, твою мать? Я робот, долбоёб. Доброе утро, каменщик. Чё за хуйня? Это не хуйня, а кушетка. Что ж, позволь мне представить твоего лечащего врача. Доктор Еблан Уебланович. Какой Уебланович? Тот, который лечит 3 года твою дурную башку. Мы находимся в клинике имени Рэя Конаха Аркхам-Сити. Я главврач Джабраил Алибекович Султанов. А ты, мой милый идиот, всего лишь псих и пациент этой клиники. Я псих? К сожалению, еще очень редкий псих. Ты вообразил себя каменщиком. И твое желание украсть хлеб в ларьке связано с диссоциативным расстройством идентичности. Но вот этот вот новейший немецкий препарат излечит твою дурную оголодавшую башку хлебом. Ну, ты, надеюсь, меня понял, каменщик? Хотя ты даже не штукатурщик. Understand? Да, давай. Я очень рад. Открой жопу пошире и скажи. Ха-ха, наконец, я здоров! Аники! Shouting
Привет всем. Всем известный ваш слуга. Простыл, да и я заболела. Эта реакция очень ленивая, и я прошу прощения за это. Я все сказал, пока.